как видно. Хорошо. Это я объясняю, что работа через кисть, не через веревку. И чтобы что-то начинать делать, нужно сначала научиться все вот это. Это передняя петля, задняя петля. Параллельные петли. Все это делается просто на кисти. Сначала. Вперед движение, назад движение.
знать, как идет удар. Самое основное в этой технике – это движение локтя и рукоять. Стараюсь акцент делать на лезвие. Когда ты работаешь локтем, ты входишь, ты уходишь локтем. Каждое движение завершается. То есть нету того, чтобы ты просто взял ее и пошел. То есть мах, мах, вот, встал, такой. Очень важно играет ноги. Когда ты входишь в противника, ты проходишь как будто это, через эти ворота. Это дает тебе возможность оставаться в первых прямых. Нельзя наклоняться. Так? Так. Сделай то же самое в одну сторону, потом вторую сторону, вместо на камеру смотреть, да. Работаем на костях. Разница в принципе небольшая.
писать. Ну и все.